секунды за 7 прошедших спусков. Сенден Патарапон, королевство Таиланд. Ну, как-то робко он начинал здесь на гигантском слаломе. Вчера мы уже видели, что это вторая попытка гиганта уже была по увереннее. Вчера так совсем освоился. Посмотрим, как будет чувствовать себя на самой быстрой дисциплине. Результат Владислава Юревича. Игр Дети Азии. 99. Там, где покруче, он встает повыше, где склон выполаживается, лучше просматривается, он прям складывает в точку себя. Абсолютно все по делу выполняет. Здесь чуть-чуть потерял траекторию, но вопрос совсем не в этом. Вопрос в его позиции.